Минутка знания доктрины Березовской. Когда лучше всего после кесарево сечения зачинать ребенка? Когда врачи исследовали большие группы женщин, прошедших через кесарево сечение и их повторные беременности, оказалось, что самый оптимальный период в плане наименьшего количества осложнений является 2 года. 2 года после кесарево сечения. Многие начинают говорить, а подумаешь, там забеременела раньше, значит, в этом ничего плохого. На самом деле это как раз повышает риск разрыва матки и ряда других осложнений. А вот беременности после 2 лет, то есть когда проходит больший период, себя тоже не всегда оправдывают, потому что организм женщин стареет. И оказывается, уровень осложнений тоже начинает повышаться.